Ника не пойдет. Христос воскресе, смерти смерть поправ, и сущим во гробе живот дарова. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, и сущим во гробе живот дарова. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, от Отец наш Небесный, имени Господа нашего Иисуса Христа, благослови наше занятие по слову Твоему Святому Господи. Как Ты воскрес, воскреси и нас с Тобой. Соделай, Господи, души нашими пламенными к изучению заповедей Твоих и к исполнению их. Помоги, многомилостивый Господи, чадам нашим обрести все нужное для того, чтобы воскресли они душой и телом. Помоги всем молящимся здесь. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Сегодня у нас Библия большую, я взял, хорошую, чтобы можно было хорошо читать, а то она мелкая. Христос воскрес, все радуются, и мы тоже радуемся. Захват и разрушение Гаи. 8 глава. Иисус Навин. А вот вы знаете, что воскресение для человека начинается уже здесь, на земле, при жизни. Кто знает это? Почему, знаете, уже при жизни еще? Потому что воскресенье, сколько у нас воскресенье у человека? Много. Должно быть. Сколько, много? Ну, не очень много, на самом деле. Всего два воскресенья. Второе, когда будет воскресенье для человека? Да? На небе. Молодец, правильно. А первое воскресенье где будет? На земле. На земле. И как оно называется? Крещение. Ну, крещение это уже основное. Как ты правильно сказал? Рождение. Рождение свыше. Рождение, но не из мамы, а рождение свыше называется. А почему ты сказала только рождение, а не добавила свыше? Как думаешь сама-то? Совесть тебя подсказывает тебе? Рождение свыше-то ты испытала? Прошла его? Воскресла душа твоя для Христа, для жизни христианской? Как думаешь, сама-то? Да, наверное. Какое у тебя отношение к людям, которые тебя окружают вот, в школе? Благовествуешь ты кому-то, рассказываешь о Христе? Как рассказываешь? С радостью. При этом у тебя поднимается в душе невероятный восторг о том, что ты говоришь. И ты понимаешь, что ты говоришь. Ты должна это понимать. Вот это все называется первое воскресенье. Воскресенье нашей души. Без этого первого воскресенья, то, что мы поем, Христос воскресе из мертвых, смертью, не будет для нас этого воскресенья. А Христос воскрес для того, чтобы с Ним воскресли все Его. Кто Его? А кто Его? Те, кто воскресли свыше. Значит, как понять свыше? Кто понимает, как понять свыше? Рождение свыше называется. Ну, третья глава Евангелия та же. Свыше, потому что мы не можем сказать, все, я родился свыше. Нам Господь это должен прям положить на сердце. И вы понимаете, я родился свыше. Вот такое есть. И поэтому, когда Игнат Игнатьевич говорит в роликах своих, понимаете, я избранный, я Бога избранный. И начинают там такие ролики такие злые. И там как бы такие идут салюты, как будто, и повторяет несколько раз, я избранный, как будто бы он хвастается, ну как бы пытаются показать эти злые люди, злонамеренные. На самом деле он констатирует факт, для чего? Для тех людей, которые там за экраном сидят,
сидят у телевизоров и пытаются найти спасение, я так понимаю. Они дошли до такого ролика, где говорится о богоизбранности, о рождении свыше. Ну давайте спросим, у нас, слава Богу, здесь братья есть. Брат Владимир, вот, брат у нас здесь. Брат Владимир, ты можешь что-то сказать о рождении свыше? Ну я выразил это, у нас на форуме есть материал, где я писал. Коротко скажи, как это произошло у тебя, что ты почувствовал при этом, чтобы вот, ну, поделись с нашими пуританскими детьми. Ну, начинал я изучать Библию, это где-то в мае месяце, а в августе месяце я уже осознанно встал на колени перед Богом и покаялся в своих грехах перед Ним. Тогда у меня слезы обильно текли. И, как сказать, я когда встал с молитвы, вот Игнатий сейчас себе говорил, что как бы какой-то камень с тебя сбросили. То есть вот такое вот ощущение даже было. То есть, и внутреннее было такое ликование, что Господь с тобою. Как с этого странника в пилигриме, да? Да, да, да. Когда он молился, в этот момент, как будто вот этот у него мешок был с камнями, он упал и он выпрямился, как будто крылья появились. Думаю, сейчас даже взлечу. Вот так. И один, как говорится, важных моментов, это то, что ты уже не можешь молчать о той любви, которую Господь тебе посвятил. То есть ты начинаешь всем благовествовать сразу, говорить. Так, а это о чем говорит? О том, что мы исполняем заповеди Божии. Вот как исполняли заповеди Божии евреи, мы сейчас с вами дальше будем узнавать. Поэтому дай вам всем Господь покаяться в грехах. Интересно, какие грехи они сейчас. Есть же грехи у вас, правильно? В чем-то же исповедуетесь. Вот. Хорошо. Надо со слезами исповедаться. Начинаем. 8 главу. Можно сокращать. Основное прочти, там что-то будет. Ну, давай, давай. Господь сказал Иисусу. Какому Иисусу? Молодцы. Господь сказал Иисусу. Не бойся и не ужасайся. Возьми с собой весь народ, способный к войне. И встав, пойди к Гаю. Вот я предаю в руки твои царя Гайского. И народ его, город его и землю его. Сделай с Гаем и с царем его то же, что сделал ты с Иерихоном и царем его. Только добычу его и скот его разделите себе. Сделай засаду позади города. Иисус и весь народ, способный к войне, встал, чтобы идти к Гаю. И выбрал Иисус 30 000 человек храбрых и послал их ночью. И дал им приказание и сказал: «Смотрите, вы будете составлять засаду у города, позади города. Не отходите далеко от города и будьте все готовы. А я и весь народ, который со мной, подойдем к городу. И когда жители Гая выступят против нас, как и прежде, то мы побежим от них. Они пойдут за нами, так что мы отвлечем их от города, ибо они скажут: бегут от нас, как и прежде. Когда мы побежим от них, тогда вы встаньте из засады и завладеете городом, и Господь, Бог ваш, предаст его в руки ваши». Можно пропустить тут, как они все это сделали. Вот здесь вот, посмотри, там еще воюют они здесь. Воюют. Ну, пониже вот эти абзацы, вот смотри, там, где уже закончилось все. Побежали. Да, ну, в общем, Господь встал на защиту эту евреев, и получилось, что победа была за евреями. Ну, когда израильтяне перебили всех жителей Гая на поле, в пустыне, куда они преследовали их, и когда все они до последнего пали от острия меча, тогда все израильтяне обратились к Гаю и поразили его острием меча. Падших в тот день мужчин и женщин, всех жителей Гая, было 12 000. Иисус не опускал руки своей, которую простер с копьем, доколе не предал заклятию всех жителей Гая. Только скот и добычу города этого сыны Израиля разделили между собой по слову Господа, которое Господь сказал Иисусу. И сжег Иисус Гай и обратил его в вечные развалины, в пустыню до сего дня. А царя Гайского повесили на дереве, и был он на дереве до вечера. При заходе же солнца приказал Иисус, и сняли труп его с дерева, и бросили его у ворот городских.
и набросали над ним большую груду камней, которая уцелела даже до сего дня. Вот теперь смотрите, закланное оказалось. Что такое закланное? Дальше говорится, по слову Господню. Господь сказал, чтобы вот заклятое, чтобы этого не трогать, это только можно уничтожать. И всех людей уничтожить, убить. А теперь давайте посмотрим. Это было, будем говорить, воскресение еврейского народа для того, чтобы они, исполняя заповеди Божьи, стали верующими людьми. Но я хочу сказать, что им нелегко было это все исполнять. Представьте, это надо было идти на смерть. Женщины только полюбили там своих мужей. Они пошли в бой, их убили. Она вдова. Только что, ну, разрасталось такое чувство, там дети, может быть, были. А где теперь кормилец? Теперь все надо по-новому выстраивать. Ну, а без убитых как? Ну, никак без убитых в боях. Я думаю, что им было очень тяжело исполнять эти повеления Господне. Многие говорят сейчас, вот Бог ваш, он, видите, какой он злой. Он там вот в Библии написан, он повеление давал убивать людей и так далее. Но не будем забывать, почему он давал Господь. Потому что эти люди полностью развратились. И теперь люди, которые неразвращенные, которые могут стать чадами Божьими, могут стать примером жизни для других людей, жизни божественной, они посылаются в битву, на смерть посылаются. И непонятно, но видите, сам Господь помогает, написано. Вот в воскресенье первом нам помогает сам Господь. Ну, больше нам никто помочь не может, чтобы мы воскресли душой. Чтобы изменить себя, это, ну, практически невозможно. Изменить нас может только Господь. А почему? Написано, по Слову Божьему. Слышание слов Божьих рождает в душе нашей такие чувства, что мы рождаемся свыше. Мы начинаем прислушиваться к тому, что говорится. И у нас появляется горячее желание исполнять заповеди Божьи. Только тогда, когда мы слышим Слово Божье. Ну, как бы что сказать? Ну, как бы сказали нам, услышите колокольчик, а мы там голодные где-то сидим в пустыне. Колокольчик услышите и идите на зов колокольчика, на звон его, и там будет обильные корма. Там овечки попитаетесь, там и все прохладные ручейки текут с чистой, кристально чистой водой. Там зеленая трава, кристальная вода, источник жизни вечной, счастливой, бесконечной. Там где не будет слез, и овечки туда побежали. Побежали и нашли жизнь. А те, которые туда не побежали, они в этой пустыне исчахли. И без воды, без Слова Божьего, высохли все, превратились в труху и наследуют только ад. Понимаете? И вот поэтому евреи идут и исполняют это грозное повеление. Как это можно сказать, что о какой-то жестокости и так далее, когда не вы все это сотворили, люди, не вам и рассуждать. Не вашим человеческим умом. Как небо выше земли, так мысли Божьи выше мысли человеческих. Никогда нам не дойти до этого. Что мы можем делать? Только исполнять заповеди Божьи. Евреи показали, как их нужно исполнять. Поэтому они до сих пор чада Божьи. Да, они заблудившиеся сыновья сейчас. Но Господь их ждет с распростертыми объятиями. И он из язычников, из нас, язычников, воздвиг чад Божий. Для чего? Чтобы ревностью к себе самому, этих евреев, они пришли, увидели, как чисто живут сегодняшние христиане, православные люди. Вот это мы с вами. Вы понимаете, какая на нас великая ответственность сейчас лежит? Миллионы наших потенциальных братьев и сестер находятся в когтях сатаны, в когтях неверия. Это евреи. И они все придут. Остаток написано, Израиль спасется. Евреи последнего времени. Кто-то говорит, число 666. Если ты говоришь число 666 и последнее время, и уже антихрист пришел,
Тогда почему ты не на благовестии? Почему ты не показываешь евреям благочестивую жизнь? А только одно заладили, 666, как язык не отвалится, непонятно. Показывай, где ты на проповеди? Где ты стоишь посреди города? Где ты около синагоги на коленях стоишь и молишь евреев, придите к Господу своему? Он уже пришел к вам, вы его не приняли. Это об этом еще апостол Петр сказал в первой главе Деяния. Говорит, но вы не поняли, не осознали, что это ваш Господь и Спаситель. Да, он пришел в человеческом обличии, в зраке раба, но и в этом его величие. Он отдал себя, предал себя на смерть, а при этом сколько он сделал чудес. Он показывал вам милость Божью, и что он от Бога. Не мог он ходить и каждого трясти и говорить, я Бог, смотри мне в глаза, я Бог. Не мог. Нельзя этого делать так. Это в крайнем случае только уже там, как бы он сказал там, сущий, я есть им сущий. Один раз сказал, уже достаточно. Смотрите дальше, что он делает, как он исцеляет людей. Сколько у нас сейчас болящих лежит? Вот этот Игорь Куц, ты же помнишь его? Угу. Игорь Куц. Угу. Уже онкология. Онкология, месяц назад. А какой он такой живой, такой подвижный, такой ростом, вот, взять Володю, не очень большой, но зато подвижности в нем, такой улыбающийся всегда. И постоянно слушал, как к нему не приду на работу, вот, часто приходил по работе. Он все время слушает вопросы такой, пытается что-то узнать. Но он в старобрядчестве был. Ребята его были, Илья и Роман. В лагере, да. Ну, они такие, как Ваня. Ну, Ваня, наверное, помнит, Куцов нет, не знаю, был ты с ними тоже. Роман и Илья, дети его. Вот сейчас лежит, умирает. Я говорю, увидеться бы хотелось с тобой. Ну, Христос сказал, больных посещать. Он говорит, не могу. Говорит, зело немощен. Говорит, одни кости остались и тряпка на ней. Если все, месяц. Я говорю, а сколько раз началось? Месяц назад. За месяц полностью. Такой, ну как ты такой, телом такой весь. Постоянно работал. У меня, ну, такая, как правило, работа. Не месяц назад началось. Месяц назад обнаружили. Ну, началось, может быть, попозже. Конечно. Он не понял просто. И, видать, уже такая стадия глубокая. Вот где сейчас показать бы веру надо, помолиться. О человеке Господь силен все сделать. Как сказала Марфа, знаю, Господи, воскреснет в последний день. Да нет, говорит Господь, еще и не так можно сделать. И уже четверодневного Лазаря, Лазарь, выйди вон, и написано, и встал, и вышел умерший в погребальных пеленах. И все до сих пор думают, а как он вышел в погребальных пеленах? Как он мог ходить? Они же клейки, спеленанный там, состав смоляной такой, пеленые эти, обмазывается тело, пелены сами, и вот накручиваются. Ну вот так вышел, так Господь делает. И вышел, и главное, что там вышел-то, он же воскрес, он мертвый лежал 4 дня. О чем вы говорите, да, как он вышел? Вот вопрос серьезный. Так, ну что, продолжим дальше. Так, вопросы есть по Гаю какие-то у вас? Понятно, почему воевали уже, да? Исполняли законы Божьи, как у нас дальше. Много еще законы. Да, давай прочитаем. Дальше. Да, Иисус устроил жертвенник Господу Богу Израилеву на горе Гевал, как заповедал Моисей, раб Господень, сынам Израилевым, о чем написано в книге закона Моисеева. Жертвенник из камней цельных, на которые не поднимали железо, и принесли на нем всесожжение Господу, и совершили жертвы мирные. И написал Иисус там на камнях список закона Моисеева, который он написал перед сынами Израилевыми. Весь Израиль, старейшины его и надзиратели его, и судьи его, стали с той и с другой стороны ковчега против священников и левитов, носящих ковчег завета Господнего, как пришельцы, так и коренные жители, одна половина их у горы Горизим, а другая половина у горы Гевал, как прежде повелел Моисей, раб Господень, благословлять народ Израилев. И потом прочитал Иисус все слова закона, благословение и проклятие, как написано в книге закона. Из всего, что Моисей заповедал Иисусу,
Не было ни одного слова, которого Иисус не прочитал бы перед всем собранием Израиля и женщинами, и детьми, и пришельцами, находившимися среди них. Вот, поглядите. Видите, Иисус Навин не только военачальник еще в страшных делах участвует. Убийство людей, полное искоренение этих людей. Но он еще и богослов, какой-то ученый муж. Он еще и священник. Вот сейчас должность, обязанность священника не постоянные вот эти богослужения каждый день, а постоянная встреча с людьми для того, чтобы людям передать любовь к чтению Слова Божьего. Именно к чтению, не просто к слушанию. Но если ты там немощный уже, то лежи, слушай, понятно. Нужно читать, открывать Слово Божие. Кому нравится вот книги открывать? А какое тебе место в Библии больше всего нравится? Давай прочитаем. Хочешь прочесть вот какое-то место в Слове Божьем? Ну да, ну небольшое там хотя бы. Ну, еще раз услышать его. Ну опять вернуться к нему. Когда родился Иисус? Когда родился Иисус? Давайте откроем. Евангелие от Луки, вот прям открыли. Вот Мария и Елизавета. Хвалебная песня, пророчество Захария. Рождество Иисуса Христа. Вот на, прочитай. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирии. Сирия, где сейчас идут бои, это все та же Сирия. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудее, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидового. Записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Все, давай. Вот видите, прочитали место сестра нам. Такая молодая еще. Видите, как ей нравится это место писания. У кого еще какое есть место писания? Ну ладно, я скажу, какое у меня самое любимое местописание. Книга Иова. Самое начало. Очень мне оно нравится. Там совет Господень. И посреди совета. Знаете, как там все идет? Что там идет? Как там все идет? Так? Которые в корзинке? Корзинки, которые? Нет, не совсем. Не совсем в корзинке он. Может, и был в корзинке. Про это вот ничего не сказано. Моисей в корзинке был, да? Вот, гляди, как сам. Книга Иова. Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. Ну, таких, может, людей много было, но мы заметим, что в это самое время происходили вот эти все действия, вся эта история с Моисеем. То есть это было приблизительно за 1500, может быть, 1200, там уже историки точно не считают, лет до Рождества Христова. Видите, какие перечисления? Непорочен, справедлив, богобоязнен и удаляющийся от зла. То есть он понимал, что такое добро, что такое зло. Кто из вас точно понимает, что такое добро, что такое зло? Ну, кто? Говорите, сейчас мы вопрос задам. Смелее. Кому задать вопрос, что такое добро, что такое зло? Кто? Ты не... Нет? Не поймешь? Кто поймет? Кто может ответить? Я сейчас тогда... Ты можешь ответить? О, давай я тебе задаю вопрос. Что лучше был, фашизм или коммунизм? Вот коммунисты же победили фашизм. Значит, они лучше?
Бог им помог, да? А? Не что? Знаю. Не знаешь? Как? Ну-ка, давай ты руку поднимал. Не ты? А кто? Нестор? Ты? Ну кто? Фашизм и коммунизм. Не очень одинаковые. Так, тут вот уже политик у нас настоящий. Настоящий политик. Не ты и не тот. Духовный. Молодец. Не тот и не тот. Вот еще что может быть-то. Воюют все, а справедливости ни там и нету. И так оно все и закончится. С антихристом будет воевать войска севера, блудницы на звере багряном. И все погибнут там. Ну, антихрист победит и так далее. Победит антихрист. Победит блудницу. Нету, везде зло идет. А добро где? Где? Словами Христа. Как сказать нам о добре? И в каком месте написано? О добре, вот о самом, что именно есть в великом добре. Глядите, вот мы сейчас. Вот так Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, для всех верующих мы не погиб, на мир жизнь вечная. Ты прям в точку попала. Молодец. А теперь я еще немножко прочту. Глядите. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Это Левитам 19 глава 18 стих. А я говорю вам, любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас. Благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылать дождь на праведных и неправедных. И если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же делают и мытари. И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Матфея 5 глава. Матфея 5 глава, начиная с 43 и заканчивая 48 стихом. И теперь слова, которые ты сказала, они относятся к нам, и мы тогда их понимаем. Как это сложно все. Любите врагов ваших, а вы уже вдвоем сидите, не успел зайти, этот уже пишет. Потому что этот его что-то там давит. Итак, будьте совершенны, призывает наш Господь. Не давите, братья, друг друга. Хотя бы друг друга не давите. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Господи. Благослови. Слава Иисусу Христу во веки вечные. Аминь. Ну, с Богом. Щедрый милостью Господь, долготерпеливый, многомилый.
небесном, яко по высоте небес нет земли, утренний вес Господь милый свою на боящихся Его, ели простет восток от запад, удалил из земли беззаконие наше, яко же щедрый Отец Сыны, ущедрый Господь, боящийся Его, яко ты познал создание наше, помянуя капец есть мы, человек, яко трава гнила, яко цветельный так отцветет, яко дух прожив не мы не будет, и не познай к тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творития. Господь на небесе уготовал престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, творящие слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его, благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благослови, душа моя Господа, и вся внутренняя моя, имя Святое Его, благословен еси Господи. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.